Привет всем читателям Legal Bet. Еще одна ставка на завтра. Шахтер принимает Хоффенхайм. Понятно, что в Донецке матчи не проходит, но тем не менее на Украине Шахтер всегда выступает довольно-таки хорошо. И мы помним победу на Манчестер Сити и другие положительные результаты. У Хоффенхайма молодая команда, непредсказуемая, но мне кажется, опыта им пока не хватит для того, чтобы соперничать с Шахтером на равных. Тем более уровень чемпионата Германии, это объективно падает. Мы все видим, какой состав сейчас у Боруссии, который идет на втором месте. И, ну, к сожалению, нет уже тех звезд. Ну и плюс ко всему, все держится на одной только Баварии. Так что победа с Шахтером, с коэффициентом 1.95 на 1x ставка.